ты отсюда? Чё она? İnce dedim hoşgeldin garson gene yazık var. Спасибо за розочку. Хорошо, я ничего не писала. Не написала, а хотела. Что? А, кстати, между прочим, шоколадка зашла в тот момент, когда мы говорили про номера и про машину. Яхши, у меня все хорошо. Мне 20 лет. Спасибо за подарочки. Может, в третий раз ты восстановишь? Я встречаюсь с кем-то только по делу. В Астане в 2012 году был последний раз, наверное, изменился. На свадьбу лучше копить. Нет же, потом зашла она. Как меня увидел, так начинает смущаться. Когда будешь играть? Батл? Не знаю. Сколько Неймару лет? Откуда я знаю? Вновь руки тянутся сами к тебе. Ася, смотри, наши любимые строчки из песни. Мне 20 лет. Сколько осталось до BMW? 500 тенге столько у меня есть. Еще нужно. Сколько мне? Сколько он стоит? 70 миллионов? Потом не напиши в личку. Спойте. Я петь не умею. Oturan kimse var Aleyküm o selam. yerde senden. Сейчас Муган споет. Кто-то про тебя вспоминает. У вас получится спойте, я не хочу. Путин Ами, респект Эдер. Привет, всем привет. Давайте кто задаст. Спасибо за подарочек. Спасибо за розочку. Короче, давайте я сейчас не буду смеяться. Тот человек, у которого получится меня рассмешить, не просто если я улыбнусь, а прям от души буду смеяться. Я на этого человека подпишусь. Мы с Айсель в Израиль едем. Кто там? Sen özüm çimeceğim. Rasmişit. Niye ama ne oldu? Özüm çimeceğim hele teyze. Şimdi sen Короче, у кого geç ben получится sana меня şarkı рассмешить, на çimeceğim того de. подпишусь. Ася, Nasıl если yakalayayım? я сейчас начну. Ася, ты не читаешься. Nasıl yakalayayım? Я на тебя уже подписана. Nasıl yakalayayım? Чтобы я умерла прямо от смеха, потому что когда в прошлый раз я вела эфир, какой-то один чел, короче, рассмешил меня жестко, я потом остановиться не могла. Всю ночь об этом вспоминала, потом ржала как ненормально. Если я начну, ты не успокоишься, а? Кстати, давайте добьем мне 8 тысяч подписчиков. В смысле, сколько? Что за вопрос, Ася? Я не поняла. С тобой что? А что со мной? Что со мной не так? Ты не догнала? Нет. Спасибо большое. Привет, всем привет. Я недавно была во сне. Почему не дала знать, где вы находишься? У Флама. Не обязан. А ты что мне указываешь? Алейкум салам.
Ася! Мне потом отдашь бы, когда накопишь. Почему я тебе должна давать его? Я же говорю, пока я на BMW накоплю, мне уже челюсть менять надо будет. И все зубы. Ну, короче, челюсть. Ася, у дятин? Ася, твои шутки не считаются, я сказала. Тем более ты мне их в личку пишешь. Я с Астаны. Пошли донером угощаю. Все, я одеваюсь. Все, давайте, я одеваюсь. Пойду донер хавать. Номера. Семерка вообще еще лучше. Тачка есть, конечно, BMW стоит. Маме взять нужен, нет. Ася, меня лучше рассмешни. Меня давайте. Ася, я пойду намаз прочту, если интересно, будет кидай сразу. Его имя забывай, Хорошо. Аська, не это. Может, 3-9 номер? Можно хороший. Бабушке нравится Можно рассмешить вас. хороший номер. Ребят. Ну ты тогда сама, а я на автобусе. Бабушке нравятся 3 шестерки, 3 семерки, 3 девятки. Три Что там, семерки. ноль на счету увеличились? Нет. Тройка тоже хорошая, Аська. Три тройка. Три пятерка тоже Бабушке, хорошая. наверное, понравился. Нет, знаешь, что я на махр попрошу, не? Кота, котика. Студентка, да. Откуда такая прекрасная, милая, как могу украсть твое сердце? У меня нет сердца. Ладно, не соблазнил донер, да? Нет, я потому что сытая, поэтому. Лучше ей в цоне работать. Моей свекрови зять не нужен. Иди спроси, я откуда знаю. И еще бабушке гелик, и все. Крутая бабушка будет. Зачем тебе кота, если...